хорош. Лайк, сука. О, касочки будет баф. Слышь. Мы пригли, пацана. Ванилька, ты бафаешь всем каски. Арктический мех Антонидовцу надо очень на этого босса вот этого. Иначе бить больно. Иначе бить сильно больно будет. Откуда мне у тебя дать-то хоть? А он в банке в автоматике реагента лежит. Большой идет. Внимание. Я его в прошлый раз положил туда, но его никто не взял. Там кто-то просил его выкладывал. Сейчас выйду, значит. Еще раз в нель, ты бафаешь всем каски. Бог слышно, братан. Второй. Если ты не бафаешь кому-то каски, ты получишь ГП. Я теперь думаю, меня прекрасно было. Давай пиранчик наберем. Да, зачем ты стоишь на месте, я не понимаю. Мобильный банк, тыкните, у кого есть. Подожди, у нас тут развлечение. Какой оттюн для ОК и ЗС-ки? Это ЦЛК обычка же вроде, да? Угу. Ребят, ну чума прыгает. Ну разойдите, если мы с домой пошли. Да уйди отсюда, ну ты же видишь. Танк подох. Блять, а это не в танке. Вставай. Вставай, танк. Хильти. А. Живем, блять. Нету танка, я встал, меня тут же тьмой прибило, блин. Потому что не надо не говорить о танче. Потому что надо не стоять с пятью мобами и ждать первого большого, а потом подходит большой, второй, и ты до сих пор стоишь на месте, танчишь всю эту хуйду. Говорит, отходите, стоит на месте. Почему ты так делаешь, я не понимаю, Антонидас, блядь. Как, блядь, я тебя не понимаю просто. Мы сейчас вайпанулись, просто весь рейд вайпанулся, потому да что ты стоишь... Ой, давай уже резаться и погнали. Ну да. Диван есть, все упали. Там мобы просто бегают еще. Пончик он реснет. Шустрее это все делайте. Это же он вчера сказал, да? Я поиграю на ваших нервах. Вообще зачем тот трэш, зачем он пошел бить? Джишока суманить сразу. А потому что когда мы начали... Чем... Потому что не надо его бить. Бить босса один из больших может сесть, но... И ты лагаешь, как обычно. Ничего не понятно. Как будто мурлоки разговаривают. Мурлоки — это хорошая тема, кстати, не надо тут про мурлоков ерунду говорить. Так непонятно, что он говорит. Понимаешь, там голый, всё, что это. Как в Будапеште я хотел тебя поднять. Зря треснулся. Легко. Поставьте шифр. Стоит. Все равно джишок орет. Нет. Точно сюда тюн закрыть только ЦЛК 25 обычка, почему-то не суммонит. Может Золоман еще нужен? Золоман уже не нужен. Кого ты хочешь суммонить? Надо ЦЛК. Джишока. Пишет, да, там просто нет. Бывает, что у людей не все боссы убиты, то есть не клещ убиты, допустим, а синдрика нет. Все боссы, да, блять. Значит не убил он никогда. Вот, он идет вот сюда. Сейчас бы иметь неубитых боссов ЦЛК обычки, это мощно. Здесь элементали не ходят, вы можете назад отойти, РДшки. Походу хорош. Это нормальный. Нормальный. Хуёвые с паровой землетрясения кастуют, остальные все нормальные. Надо кирса как-то раздуплить. 250. Пятьсот, я слышал, работает. Да, да, как-то девка вчера подобрал ключик. Тут сразу рести типишь. Вон мага нового самолет, короче.
Враска, ты в танке. Вы его в дискорде авторизировали? Вот он в Пугареде сидит. Блять, объясните мне на это. Как вообще сплетение работает? Ее надо прожимать, нет? Да, не остакивается, прожимать. Скиллов оно обновляется и все. Бьешь и бьешь. А, там она прожимать не надо ее? Только если у тебя идет спадение стаков, и ты уверен, что ты не обновишь его. Сколько танков? 4 идем? 3 танка, ты в анхоле. Медведи на трэше, Враска на боссе. Кирс Фарада на голову мага есть покупатель? Мы же тоже пишем. Да. Тот никнейм пишет? Чек на АФК. Да, да, это Твинк, это Undead Worm. Кстати, ребята, а можно у вас купить, если что? Гильдийцам ни хрена не продается. Ну, блядь, я тогда выйду из гильдии, куплю вас. Можно так? Давай ты после рыбы это обсудишь, что ты там хочешь. Обсуждай это либо с Фарада, либо с Кирсгорном. Временные проблемы в этой среде. Была рыба. Магасом, а нити нового. Да ему кинули сумму. Маг тебе пришел, сумму. Завтра рыба. Нельзя применить к этой цели. Не было. Мак, у тебя доступа нету. Ссылка обычка не закрыта, что ли? Все боссы не убиты. Ну, у меня герой тоже закрыт. Причем тут герой, как обычка, говорю. Обычка нет, герой закрыт. Ты, короче, ЕП за сбор, не знаю, получил, не получил, но ЕП за убийство боссов в ЗС ты не получишь, потому что доступа нет. Вот ЗС будет, скорее всего, ссылка. Интересно. Что да. Получил за приход. Чё, кого, чипсы? Да. Ну, чипс. Ой, ты где его нашел? Блять, да я не знаю, он не дворм написал. Челик какой-то, говорит, в РС-ку ходил, а он попросился в гильдию. Куда? Вот, ребятушки, настало то время, когда надо собирать целка-обычку. Я только за веду. Так, ребята, если я... Предлагаю назначить твой до ответственного по ЦЛК. Если я убивал ЦЛК героики или ча, у меня есть такая сила, да? Значит, я убивал, соответственно, обычно. Получается, это так, разные что... доступы, чувак. А для доступа в ЗС и ОКа нужны все боссы ЦЛК обычки, а для доступа в героек нужен только лич. Лич взломан. Короче, флот тут били, чек на пол. Он мне тоже убил. Враска, чипсы, чего не хватает? Возможно, у меня не убит бог, только герой. Да. Пойм пять у вас. Враска, ты на боссе, медведи на трэше. Еще раз чек на пул. Сука, кто спулил? На чип сошел. На видео когда видно, я посмотрел, кто там уже было 3 человека. Шел на чипсы. Details у кого-то. Все, это бывает. Ну, показать может еще аддон Details. На кого он шел, из-за чего, узнать. Меня шторма показывал. Я вообще в Неле показывал. Ну ладно, после отсюда. Понятно. Так, какого в Неле, блядь? Это ВНЛ, сто пудов. Еще ДП дал, не то что. Все, успокойтесь.
будете трэш бить, нет? Слышно? Хуёво по трэшу дамаг. У нас 10 секунд есть. Переводи. Соберите трэш, подведите его. Сильно свищитесь по трэшу. Чем вы бьете, блядь, в лицо и рядом со мной стоите, блядь, скажете, да? Здесь добивая? Если вы сейчас да, да. Собьете на трэш и будете убивать, то перевод? Убьете до перевода. Ванильку провагонили, вот те, а чего? Так там и тебя провагонили. Там и тебя провагонили, алло, блядь. Мне похуй на эти, а чего? Там адвансу надо будет голова. Лишь бы, блядь, выебнуться, ебать, в мою сторону. Конечно. Дамажить научись. Я сейчас слаковать хочу. Вага, там адвансу надо голова, оказывается. Ну и все, знаешь, баш в пролете. Конечно, блядь, лужа разливная, ты, блядь, выебнулся. А тебе что не позволило сделать то же самое? Я говорю, я, блядь, проебал этот момент один раз, а второй раз что-то крыть вообще. Чё, кто с танков будет танчить с Хеллфейном, босс? Да Нидус и Хеллфейн будут на боссах. Я тогда на второй фазе Антонидус на трэше побужу, чтобы мне его профизин держать. То есть это ход конем был. Продали, так вступлю.
чей это твин? Да это Underworm, рога. Да блять, не флуди ты этой хуйней своей. Сейчас спаем тебе буду флудить. Я тебя, блядь, в чест кину и все. Я с твина зайду, буду флудить. Да блять, я и твина кину, ебаный в рот. Блять, у меня думаешь два твина только? С 10, блять, я их всех кину, нахуй. Тебе пизда будет. А чё, кто там первый сагрил? Вы посмотрели? Вас же показывают. Данель, по-моему. Сейчас посмотрят. А как детейл себе эту хуйню смотреть? Ну-ка, давайте-ка. Где эту хуйню смотреть? Босс. Подожди, Войт, это Твин Андерворма? Ну да, Рога Андерворма. Нихуя, если у него Рога даже не одет. Ну, вообще, наверное, наоборот, там Мак Мейн, а Рога Твин. Да нет, просто не Рог для PvP, а Мак для PvE. Где смотреть, кто спулил? Войт, короче, открываешь видео, момент первого босса, и смотришь, кто у тебя в рекаунте является, чей. Там мне не рекаунт. Это человек из... Мне детейл. Да какая разница? А, детейл. Танки, собирайте трэш. Не надо ждать Войда. Все на месте. Войд посмотрит, что надо, и скажет, а вы давайте трэш собирайте. Бля, тогда позже разберемся. Я же говорю, смысл смотреть. Я видел, что босс выбрал чипсы в этот... Этот самый, а рекаунт у меня нету, у меня details. Там вроде чипсы сам написал, что нажал, что-то нет. Да блять, мы ж босс убили, чё вы нахуй доебываетесь, блять? Я не видел. О, мобы идут на вас. Видос у тебя там что, не видно ни хрена, да? Я видел, кого он выбрал еще. Кто первый в таргете был? До меня. До Ваниэля кто был в таргете? Ты охуел? А до чипсов кто был? Потому что у меня босс был в таргете, и почему-то в цели был у него ты. Я не знаю, я не успел посмотреть, я сагрил. Я не видел, кто в таргете был у него. Ну это весело было, конечно. Но кто-то мне говорил, что Details может показать, кто спулил босса. Кто да, это вчера было. Ну и где это смотреть, ёбаный покос? Не я говорю. Я просто... Ну, там же надо нанести урон. А это на Гидресе урон наносить не обязательно. Можно просто подойти, он начнет пулиться. Не надо, кто, блядь, первый донес. Это как смотреть, блядь? В этом ёбаном. Может, он пошел на угли набери. Чипсы это хил или нет? Чипсы хил? Это такое возможно. Мог на него пойти, потому что ход и вистели, всякая хуйня. За чатом следим. Вас там распределяют. Блядь, нахуй вы доебываетесь в натуре, ебать. Мне как бы похуй. Убили жабку, блядь. Предлагаю просто в Ванильке молча вписать ГП. Предлагаю тебе ебал заткнуть и нормально будет. Еще раз кто-то кому-то заткнет ебал и полетит нахуй в... Ваг, ну вот почему вот он меня трогает-то? Он тебе грубого ничего не сказал. Следи за базаром, заебал уже, честное слово. Киллов распределили. Антонидес на боссе. Халфейн знает, что ему надо делать. Антонидес, ты танкуешь, потом гвардейцев. Войд, ты в сову. Раск, ты в ретре. Это что за метка такая, ретре? Чего? Я уже спекнулся давно. Блядь, молодец, все, чек на баф на пул. А метка у меня лучше. Милики и РДДшки распределяются сами по меткам. Да лок, чего не хватает? Перекура не было, если на второй арчи не будет, это сотка.
Киллов? Дурный чек на пул. Только Киллов там написал, да? Я только Киллов вижу, остальные РДД, я как понимаю, кто куда хочет. Гвардеец, 5 секунд. Лови. Зеленые трусы. Зеленые трусы. Меток на локах нету. Можно захилить. На Даркесе есть метка. Свободный РДД сыграйте по гвардейцу. А, вон там еще странник ушел. Ладно, работайте в странник. Еще гвардейц. Печенька. В адванс кидай трусы. Более вам быстрее. Кидай, кидай, ромбу кидай. Сейчас выйдет странник РДД, приготовились. И гвардеец. 6 секунд. Двоит, поднимай, все. Уже подняли. Гвардеец гуляет по району. Черт, поднимать. Варлок сдох. Поднимать локо. Поднимай. Даркис есть. Печенька зеленый. Вставай. Йоки, поднимай Буливану.
Окей, когда? Пока выйдет гвардеец, подведи к медведю. Шторм, понимаю, Болевана. Где он примерно упал? Ромб зеленый. Болеван лежит в печенье внизу. Дай, пожалуйста. Кирс. Печенька зеленый. Печенька зеленый. Передайте Энджи, передай любому Локу, пожалуйста, быстрее. Пропало. Ваня, не кажется, что он не добит еще? Оставь, я его потрогал. Я не могу его полутать. Лут какой стоит. Все нормально с лут. Гвардеец, соловей. Миш, в тебя кинуло. Передай кому-нибудь. Да я ищу, кто тут рядом. Кого? Кому трусы. Да кому-нибудь. Трусов не достаю. Трусы вообще в жоху. Ну, до меня. Да, мне перекинь. Поближе. Слава рядом стоит. Шторм. А, у меня получение сведения о предмете. Странник выходит из звездочки, понятно. Следующий ждет. У меня этого предмета как бы не существует. Да мы знаем, бывает такое. Че, макрос не работает, что ли? Не. Велики, не надо странника бить, идите гвардейца бить. Зеленый печенька. Ну давайте, подводим. Не проебите, это последний. Невозможно. Я вылетел. Можете не хилить. Кидай меня. Дэры, у кого есть? У меня есть, я не могу найти этого бульвана. Я подошел рядом. Все, хрен с ним, поднимай Фростгором. Где он гуляет? Вот я бегу уже по всей платформе, туда-сюда. Печенька, и... печенька внизу, я сказала Рос несколько. Активен. Да все, не флудите, че вы, блин, тут развели на пуле, флудите. Гвардейца убейте. Печенька внизу, я внизу, никого нет. Где он? Забей, Кирса найди, подними. Тоже в печеньке. Шторм. Вот трубки. Выводи босса. Таунт. Да не могу я вывести. Лорус. Сейчас я бегу, я большого танчу. Все, поднял. ДД, убейте скатов. Сейчас тут все заплюет. Япончик тоже бей скат. Я их раздотываю. Ну да. Еще БР у кого есть? Вон, понедуха. Ивана вижу внизу. Лорус, забери на себя босса, наконец, подними рогу. Рогу, убивали, да? Да. Дал. Не мись наверх, с ретаунтить босса назад. Я
Настя, выйди из лужи. Да, да, вы уже постоянно чужие. Так, под оглушением, прохилите, прохилите, я без формы. Даркис, раскол. Вводи. Тритаун. Выводи. Не могу в оглушение. Поднимите ДК танк кто-нибудь, если есть свободный будет. Энжи. Бладласт. Лучше РДД. Блять, в лужу оглушение прям. Добивайте себе 2 миллиона. Прохиливайте рейд еще. Ну что, Вуди? Это великая победа, Рды. Вот Риню упал. На кого вообще вот этот три не идет? На Ретрика Бисова, Ваниэль Ролли. Ну, просто по ее описанию, там от нее я с ней бегаю. Какие вопросы? Но, в принципе... А медведю зайдет, да? Знаешь, кому подойдет? Она на Энх может зайти. На какого-нибудь очень бурстового Энх. Дартпал. Ну да, то я иду, мне звонок надо срочно сделать. Я, короче, лагаю ее на транс. Там есть кнопочка пас. Нажал ты четвертый спек. Прикинь, Вага, это... Т5 прокнет под этот 3, у него там крит будет нормально. Сейчас тебе не поможет. А на кого Телара разгоняет нормальная триня. Говно это триня. На форуме писали, что их вообще надо переделывать, что эту триню, что коготь. Ну, особенно вот эту, потому что ее никто не... А там же переделывали что-то. Нет? КД там уменьшили. Да, я видел КД там 45 секунд. Да, там КД 45 секунд. У меты же тоже 45. Мета сокета. Чё, в целка лететь? Из рейда все. Ты прав. Сука. Ты прикинь, у меня сейчас брюль пролетел 2 миллиметра. Я уже обрадовался, я уже приготовился скрин. Портал вон поставили, выходим все из рейда шустрее.